Герман Стерлигов, самый эксцентричный фермер Подмосковья, эмигрировал. В былые времена его овчарка Алиса украшала заставку программы «Время». Но времена в его собственном поместье в Истринском районе остановились раз и навсегда. Окрестным жителям за мобильное было взяться страшно, потому что Герман Львович с вышками воевал. Что уж говорить про ферму. Все только настоящее, свежее, идеально чистое. Почему великий фермер сбежал из Подмосковья? Что оставил в наследство жителям самого что ни на есть сердца Руси? Наш коптер и корреспондент первыми взглянули за забор брошенного поместья. Это деревня Нижневасильевская. Усадьба Стерлигова здесь за углом буквально метров 300. Разговоры о том, что с приездом богатого Германа жизнь сельчан изменилась, оказалась легендой. А вот его отъезд здесь некоторых напугал. 10 лет жил Стерлигов по соседству, а деревня не изменилась. Старые избушки и пустые улицы, а также бабушки напуганные. Герман уехал. Он для деревни что-то как бы сказалось, его присутствие жизни рядом? Я вчера говорю, видела, я еще жить хочу. Старики поверили, что богатому соседу угрожают, вот и бежал. А те, что помоложе, только отмахиваются. Им что был Стерлигов, что нет, все едино. Деревенских он на работу не брал. Мы особо-то не задавались. Он к нам не так часто заходил, прям что так, здрасте, и все. Поселился Герман Стерлигов в Истринском районе в 2004 году. На 37 гектарах бывший биржевой магнат занялся сельским хозяйством и стал самым эксцентричным фермером Подмосковья. Любил хвалиться своим экологическим сверхчистым хозяйством. Это как в 19 веке освоение Дикого Запада. Так сейчас мы должны осваивать новые земли, которые давно заросли чепыжником. И особым воспитанием сыновей. У него их четверо. Поротые, да. Поэтому тихие и спокойные. В общем, здесь, на окраине Нижневасильевской, все было похоже на лубочные картинки. Избы, подводы с лошадьми, мужики бородатые и бабы с юбками в пол. Только вот замерло неожиданно это хозяйство бывшего миллионера. Вот она, слобода Германа Стерлигова. Первый дом от дороги. Ворота здесь закрыты. Уже который день на территорию усадьбы посторонних не пускают. Но самое главное свидетельство вот. Окна на домах действительно заколочены. Это старая русская традиция, когда хозяин уезжает. То есть это точное подтверждение Стерлигова здесь уже нет. Я не знаю подробностей, не знаю никаких конкретиков. Полина сирота, помощница Германа, и сейчас действительно одиноко без хозяев. Уехал Стерлигов только вместе с семьей, женой, дочерью и сыновьями. Работников в усадьбе, помогавших по хозяйству многие годы, здесь и оставил. Если он вас всех позовет туда, поедете к нему? На такие вопросы не отвечаю, извините. Единственное, что уже не скрывает помощница, уехал Стерлигов не 4 июля, как сообщалось в начале, а еще раньше, недели 3 назад. Отъезд был экстренный, уехали они неожиданно со всей семьей, значит, ситуация очень серьезная. Это криминал? Я не знаю, нет, думаю, нет, это проблема выше гораздо. Что значит причина гораздо выше, пока объяснить не может даже личный адвокат Стерлигова. Подтверждает только, что тот действительно в Карабахе, но не обязательно, что надолго. К концу лета. Уже вернется. Возможно. Артур Айропетов здесь в усадьбе тоже теперь почти каждый день. Следит, как ее консервируют и успокаивает оставшихся. Телевизоров у них здесь нету. То есть, что творится особо, они не очень понимают. Ну, тяжко без хозяина. Из тех, кого мы успели заметить, человек 7 сейчас за забором что-то носят, ремонтируют и закрывают. Обстановка действительно нервная. Вот. Очень хочется, чтобы Герман Львович побыстрее приехал. Честное слово, пришла, говорят, нет, уехала. Так что это самое. Сказала и опять ушла за забор. Говорят, так велел сам Стерлигов. Герман Львович в последнее время поступали достаточно большое количество угроз от очень влиятельных людей. Эти угрозы были, носили, он воспринимал эти угрозы достаточно реально. Вот по этому забору видно, какое большое хозяйство оставил Герман Стерлигов. Но земли, как и избы, не продаются. А вот живность уже выставили на продажу. Например, одного из этих жеребцов мне предложили за 30 тысяч, потому что не объезженный. А если покупать баранов оптом, то есть сразу несколько голов, отдают 1000 по 7. Вернется хозяин или нет, но продана будет этим летом здесь почти вся скотина. Оставить решили в общине только самую малость для собственного пропитания. Здесь все ждут весточки из Нагорного Карабаха. Даже собака у ворот. Так похожая на логотип торговой биржи «Алиса». Когда-то основанный Стерлиговым и тоже оставленный им в кризисный момент. Айрат Галимов, Константин Саушкин, новости 360.